Я привожу примеры только с разрешения самих пациентов. Это как бы, информация обычно конфиденциальная, чтобы не напугать тех, кто обратился и раскрылся. В данном случае мне было дано разрешение, хотя имена я изменю на всякий случай. Это было достаточно давно, когда был бум героиновой наркомании. Я тогда работала в стационаре, и привезли к нам паренька, героинового потребителя, вторая стадия, потребитель он внутривенный, стаж около 4 лет, студент второго курса. Звали его Роман. И когда Роман поступил, он, конечно, был достаточно тяжелый, он поступил в интоксикации, его нужно было откапывать, поэтому я пригласила его родителей на беседу для того, чтобы узнать, что в их семье шло не так. Как вот сейчас подростки говорят, что-то пошло не так. И вдруг ко мне приходят образцово-показательные родители, так, знаете, хоть на доску почета вообще их повесь, и вот там они будут достойнее достойных. Мама – заслуженный учитель Российской Федерации, папа – мастер спорта, то есть вообще две сестры, она 10 на 11 лет старше, чем Роман. И они говорят: мы не знаем, почему. Вот у нас 7 нянек и дитя без глаза. Я думаю, ну так же не бывает, но они сопротивляются, они никакую информацию не дают. Я после того, когда Романа откапали, детоксикацию он прошел и перевели в отделение реабилитации, собственно, к нам, где я работала, я начала с ним работать, и начали выясняться очень интересные вещи, о которых Роман не имел сознательных воспоминаний. Есть техники, в которых можно вернуться в прошлое в измененном состоянии сознания и заново пережить некий опыт, который спонтанно вдруг с человеком начинает происходить. Гипнотические, да, это гипнотические техники. В то время они очень широко используются, да и сейчас они широко используются. И мы с Романом решили вернуться, потому что он тоже не понимал, почему. Он умный очень парень, совершенно добрый парень такой. Вроде бы не подверженный сильному влиянию окружающих. А почему у него такой жизненный сценарий разрушительный? Почему он себя добивает? Было непонятно. И мы решили посмотреть там. Когда мы дошли ориентировочно до возраста, там, 2-3 годика, сложно определить в таких техниках, в каком именно возрасте оказываешься. Можно лишь предполагать, что это какой-то ранний возраст. А вдруг он начал плакать и кричать. Этот здоровый парень, я спросила, что происходит. Он сказал, что он в полной темноте, что ему очень страшно, что он очень боится, и пожалуйста, пожалуйста, сделайте что-нибудь. И он не, я попросила его описать, что происходит. Он не мог описать, ему просто, он просто пережил эффект ужаса. Я его вывела из этого состояния, и мы с ним, поговорив об этом, также не обнаружили у него никаких воспоминаний. Я снова пригласила его маму, заслуженную учительницу. И я спросила: вы знаете, мне для работы с вашим сыном очень нужно знать, что с ним было в возрасте, там, 1,5-2-3 годика. Потому что я понимаю, что там было что-то для него ужасное. Может быть, вы этого, конечно, не заметили, я ей сказала, но для него это стало таким краеугольным камнем его жизненного сценария, и мне нужно знать, что это было, потому что мы не можем через это пройти, ну, стопорит. Она заплакала. Сначала она сопротивлялась, потом она заплакала, потом она сказала, что она очень виновата. Ну, вот после такой преамбулы она сказала, что я не знаю, как мы с Романом это выяснили, но я, говорит, расскажу вам, как было дело. Выяснилось, что Роман, когда она им забеременела, был для нее неприятной неожиданностью. Она не планировала этой беременности. Более того, она тогда только еще готовилась стать заслуженным учителем, нарабатывала вот себе бонусы. А у нее было двое уже практически взрослых дочерей, 10 и 11 лет. Я говорила, что разница большая. Поэтому эта случайная беременность, очень серьезно обсуждался вопрос того, что, возможно, и не стоит ее сохранять. Но потом, волею какого-то обсуждения, они решили все-таки, ну, раз так получилось, надо сохранять, но особенно это не было никому нужно, это тяготило. Поэтому, когда Роман родился, он волею вот, стечения обстоятельств стал помехой всем. Мешал маме реализовываться вот, и метить высоко. Папе тоже там было не до этого. Девочкам 10-11 лет, их просили посидеть с младшим братиком, который беспомощный, а их уже совсем другое интересовало, и вот его перекидывали из рук в руки. И по большому счету он нутром своим ощущал, что вот он помеха. Вот этот, помните, самый ранний кризис от нуля до годика. Но не это даже было причиной того, что с ним произошло дальше. Где-то в возрасте годика полтора вдруг получилось так, что решили его отдать в садик. Уже надоело так перекидывать. Его привели в детский садик. И в детском саду
А для ребенка, ведь у него нет абстрактного мышления, да, там случилось как раз вот это самое страшное. А он упал на колени и попросил: мамочка, не уходи, пожалуйста, начал очень плакать. А, потому что ребенку в таком возрасте кажется, что мама, если уйдет, она уйдет навсегда. А он, поскольку он и так ненужность переживал, небезопасность, какую-то холодность, и он не понимал, как это изменить, вот здесь и воспитательница заволновалась, она сказала, что, пожалуйста, не уходите, вы сейчас делаете какую-то ошибку, вы уйдите на полчаса, придете, заберите его, потому что ребенок ваш очень тяжело это как-то переживает, я знаю по другим детям, что вот не так должно быть. Он схватился за ее юбку, она пыталась его отодрать, ну, потом мне мама сама рассказала, он волочился, плакал, она сказала, мой привыкнет. И ушла до 6 вечера. А он подошел к окну, он быстро перестал плакать, он подошел к окну, стал смотреть в это окно. У него слезы высохли, но никто, никакая сила, ни один воспитатель, дети не могли его от этого окна отодрать. Он стоял, смотрел туда, он там же описывался, там же, простите, обкакался. Его невозможно было покормить. Он стоял там до 6 вечера. Мама пришла, забрала его. Она недооценила тяжесть ситуации. На следующий день она снова привела его в садик. Так продолжалось больше года. Он стоял у окна. И каждый раз он переживал ощущение, что она никогда за ним не придет. Вот это плохо заканчивается. Может быть, это реальный случай, но может быть, это такая иллюстрация слишком уже тяжелая, но зато она показывает, что такое жизненный сценарий и как он потом может выстрелить. А справедливости ради скажу, что эта история хорошо закончилась. Роман перестал употреблять наркотики. Я знаю, что он на текущий момент не употребляет. Ну, очень хорошо сложилась судьба. И родители тоже реабилитированы. Я почему рассказываю про это? Там не остались все такие вот. И с чувством вины тоже разобрались. И объяснились. И Роман давно уже всех простил и очень любит. И там все хорошо.